Еще один день в зоне. Да. Перспективы, конечно, не из лучших, но деваться некуда. Как оно на льду написано, так оно и будет. Доброе утро, Степан. А? Если б оно добрым было, то мы б на гражданке уже маячили, а не тут, блин. Тьфу. Ну, что могу тебе сказать? Судьба у нас такая, нелегкая. Что нелегкая-то, это да. Кстати, тебя там полковник хотел видеть. Заскочи к нему. Обязательно. Только воздухом чуть подышу. Чего ж нужно полковнику-то, а? Ай, погодка просто зашибись. Опять сапоги будут мокрые. Ай, ну, к полковнику, так к полковнику. Здравия желаю, товарищ полковник. И вам не хворать, солдат. У меня для вас есть особо важное поручение. Знаете, что наши ребята сейчас находятся на свалке? Там выполняют особо опасную и важную для нас операцию. В общем-то, слушайте, солдат. Ваша задача заключается в том, то, что вы должны перевезти нашим ребятам груз с припасами, боезапасом и важными документами, которые пригодятся им для выполнения первостепенной задачи. Все эти важные для них предметы уже загружены в вертолет. Садитесь в него и отправляйтесь. Вас понял, товарищ полковник. Попутного вам ветра! Да, в такую погоду и на вертолете летать. Ну-с, ладно, посмотрим, что и как. Мне сказали, что уже все загрузили. Главное, мне под выброс не попасть. А да, ребят, да и чу. Если им уж нужна вся эта херотень, то я должен им ее доставить. Они, по сути, такие же горемыки, как и я. Но хотя бы вертолет. Единственный транспорт, в котором можно забыться. Это еще кто? Опаньки, они соврали-то информаторы. Ну что ж, наш клиент. А вот тебе и подарочек от братства наемников. Какого хрен? Всем хаюшки, с вами на видеосвязи прямиком из ЧЗО и Гонус. И сегодня, ребятки, вы наконец-таки опять набрали определенное количество лайков на одном из видосов. А именно в видосе на вертолете. Вы там набрали 80 лайков, и благодаря этому хорошему событию я с чистой совестью могу вам выпустить аддон на летающий вертолет из Сталкера. Скажу сразу, что к этой цифре вы шли очень-очень-очень 33 раза очень долго. Я уже даже и не надеялся, что мы на этом видосе наберем 80 лайков. Но, как вы можете заметить, все-таки данная цифра на видеоролике набралась. И поэтому с чистой совестью я и выпускаю вам этот аддон, который вы сможете использовать на ваших картах. И, конечно же, весело проводить с этим аддоном время. Ну-с, давайте я вам продемонстрирую, как работает сам вертолет. Ну, во-первых, летать мы будем, конечно же, в Берире. Потому что что? Правильно, сталкеры у нас не летают на вертолетах, только военные. Ну, и Гонуса из той короткометражки «Не в счет», которая была про вертолет. Там я спасал свою шкуру, поэтому я и залез в вертолет. На меня не гоним. Еще, кстати, надеюсь, что вам понравилась короткометражка в начале этого видео. Я над ней очень старался, поэтому попрошу вас поставить свой царский лайк на это видео. Ведь, как говорится, вам не сложно,
а мне будет очень приятно. Ну-с, а теперь я могу всецело рассказывать вам, как же работает данный вертолет. Начнем. Как управлять вертолетом? Управление работает с помощью головы игрока. То есть, вы управляете вертолетом с помощью вашего взгляда. Если движение камеры направлено вниз, то вертолет, соответственно, двигается вниз, то есть приземляется. Если, ух, ёлки, молния проскочила. Если ваша голова поднята вверх, то, соответственно, вертолет поднимается все выше и выше. Но, как вы можете заметить, среди вот этих вот движений камеры можно добиться и баланса. При данном балансе, вот как сейчас, вы можете приблизительно ровно управлять вертолетом. Как мне кажется, это выглядит очень классно. При этом, еще плюс этого мода заключается в том, что лопасти у вертолета двигаются, он имеет своеобразную анимацию. Но предупреждаю, если вы захотите с него спрыгнуть на высоте, то это будет очень-очень больно. Самый оптимальный вид для вертолета, мне кажется, это от третьего яйца спереди и от первого яйца. В остальных, так сказать, видах будет выглядеть не очень. Ну, как бы, вид от третьего яйца сзади плюс-минус, но все равно он как-то не очень симпатично выглядит. Ого, полетел! В этом еще одна, кстати, проблематика есть у вертолета, но это не столько баг, сколько фича. Мне самому нравится эта тема. Когда вы выходите из вертолета, нажимая на присед, вертолет еще пролетает несколько километров, но уже без вас. Это выглядит довольно-таки интересно и комично. А на этом все. Я вам рассказал полностью об вертолете. Думаю, вы и сами разберетесь, что и как. Кстати, еще расскажу об одной интересной теме. Если вы будете бить этот вертолет и кто-то по нему будет стоять, в конечном итоге он сломается, и больше вы на нем не полетаете. У вас останется только труп вертолета. Подводя итог данного видеоролика, хочу сказать то, что данный вертолет скрасит ваше времяпрепровождение в Майнкрафте, когда вы будете играть с ним на ваших картах или же использовать его в каких-то определенных целях уже для своей собственной карты. А на этом у меня все. Всем спасибо, ребят, все свободны. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится.